Весной этого года администрация областного центра приняла дизайн-код для наружной рекламы. Также решили упростить процедуру согласования монтажа информационных конструкций. А вот недобросовестные рекламные агентства решили на этом заработать. За дополнительную плату от 5 до 10 тысяч рублей они предлагают урегулировать все правовые вопросы. Обещают, что претензий у мэрии точно не появится. Городские власти поясняют, что новые правила, напротив, максимально упрощают взаимодействие чиновников и бизнесменов. Никаких документов, кроме уведомления, с предпринимателей не требуют и призывают не переплачивать за услуги рекламных агентств. На самом деле, если предпринимателю до такой степени не хочется, да, сталкиваться с работой над документами, над дизайн-кодом, и есть намерение взаимодействовать, ну, кому-то поручить, да, вот это вот его сопровождение информационное в этой части, наверное, все-таки предпринимателю, да, как человеку, имеющему представление об экономической ситуации, нужно все-таки для себя разумно оценить, сколько может стоить эта деятельность. Ну, скажем так, если изготовление таблички с режимом работы вместе с работой по ее монтажу и вместе с изготовлением там может, ну, например, в 1000 рублей уместиться, то вряд ли работы по направлению уведомления о размещении этой таблички могут, ну, превышать эту стоимость, да.